Добрый день, участники курса «Менеджер продаж ВКонтакте». Меня зовут Поповнина Наталья, я выпускник первого потока. Курс «Менеджер продаж ВКонтакте» очень прост в изучении, а сам сервис SMS-менеджер легок в использовании, то есть работать здесь может любой желающий. Когда я прошла обучение данного курса, заказчиков я нашла не сразу. Около 2 месяцев я активно их искала. Я начала искать клиентов при помощи рассылки коммерческого предложения. Мне казалось так проще и удобней. Обзванивать компании сразу не решилась. Возможно, поэтому я так долго ждала своего первого клиента. Через 2 месяца мне поступило первое по-настоящему интересное предложение. Моей радости не было предела. Мы заключили договор на обработку 80-90 профилей в день. Скрипт я составила сама на основании пройденных уроков. Завела рабочие профили и начала работать. Через некоторое время я решила, что в первом сообщении можно ставить ссылку на сайт. Меня стали страшно банить, и я даже за один день потеряла 7 рабочих профилей. Конечно, лучше этого не делать. Далее я попробовала в первом сообщении писать свой номер телефона. Для чего это я делала? Во-первых, если вас забанили, люди могли вам позвонить. Если некоторым людям лень писать, то они также звонят. На ответное сообщение, конечно, лучше отвечать сразу. Для открытия профилей я использую сервис виртуальных телефонных номеров, который называется SMS Reach Service. Мне это показалось проще, дешевле, тем более, что мне приходилось заводить очень много рабочих профилей. И еще каждые 3-4 дня я изменяю свое сообщение, чтобы не посчитали его спамом. Ну вот и все. Отдельно хочу поблагодарить Андрея Веселова за то, что ему действительно удается помогать стать лучше. Спасибо, Андрей.